А чем это вы тут занимаетесь, а? Валя. Продолжение салона красоты. Оля, правда, в салоне перестроилась. Окрашиваю ее дома. Решила поменять кардинально. Была красивая, а станет теперь некрасивая. И волосы у красоты. Ну, черная, ну что, черная и классная. Цвет поменять. Ну, подивимся. Валя, он... Фу, воняет краска. Как... Кстати, это до сих пор те маски Пита, которые мы делали обзор. Фу. Валя, скинешь ссылку на маску Пита в этом видео? Что будет? Пускай, может, кто посмотрит, как мы обзор делали маски Пита. Хорошо, ты не скинешь. Ну, если я буду монтировать, то я скину. Ждем, ждем результат. Ребята, покупали вот сегодня такую фанту. Нет названия. Фанта, вот за фанта. Что за фанта? Угадай сам. Вот такие знаки вопроса стоят. Но мы как угадали, так это вроде бы малиновая. Вот тут. Алена, а про тебе балакаємо. Кажу, що Алена руса, а краситься в чорний. І корні підкрашу. Так, Люда, хватається, що їй одної пачки хватає. Да, ага. А вторую нам оставиш? Ні. 40 минут, да? Чи скільки? Полчаса. Ну, засікаю. 19:30, да? Угу. Ну, сиди. Тобі як нравиться. Ну, чорний, ну, коричневий. Чого? Ну, почти чорний, ну, який, ну, коричневий який. Ну, так не чорний же ж. Ну, так яка різниця, ну, чорний. Ну, темний, звісно, світлий і темний. Білий, ну, темна та чорна. Ну, мені світлий лучше буде. Або біле, або чорне. Ну, то. Других оттінків не существує. Ну, да. ну, мені білий лучше нравиться. Ну, посмотри, я на сюди. Не хочу. Будеш перекрашувати? А? Скажи, яка мама була красивша, світла чи чорна? Світла. Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас новий день. Сьогодні наші дітки уїжджають домой. Ми зараз будемо їх іти провожати. У мене, звісно, настроєння не сильно є, тому що не хочеться, щоб вони уїжджали. Ну, як-то так. Покажемо немножко сьогодні відео. Оставайтесь з нами, кому цікаво. Нам будет очень приятно. И мусор надо вынести, походу. Ну, дома уже почистишь. Нема у нас Галина. Сумка на выходе уже. Ну, там возьми еще. Да нет, еще не собранный. Не расстанется со своим телефоном. Дань, ты останешься в нас, в школу не пойдешь? Чи пойдешь? В школу ж уже в понеділок іти. Ти ж не пользуюся, я там не пользуюся. Оля начищає собі ботинки. І мені почисть. Припахаю напослідок. І мені потри. Ні, не треба, я сам. Приїжджали, знімали, уїжджаю. Пам'ять буде. Я дома. Через год посмотрим, які були ми. Я остаюсь дома. Привели на остановочку. Дань, ты куда едешь, Дань? Куда-куда? До дома. Такий недовольний. Усіло. Сонце світить прямо. Да, 21 градус, ребята, у нас сегодня. 16:00, 21 градус. 22 октября. Чи 23 сьогодні? 23. 23 вже? Ого. Туди мені жарко. У нас автобуси нові всі. Вот такі от мени. Вартість проїзду 7 гривень. Провели Олю, зайшли в магазин за хлібушком.
купили вот такой черный хлеб. У нас пекут сами в Велесе. И на этом дело не закончилось. Увидели вот такую вот красивую брокколи почти даром. За 16 гривен килограмм. Мы перед этим брали, когда я тут снимала, показывала суп и готовила, 45 гривен килограмм. Скажи, что это 60 центов. Да, это, ну, 16 так гривен, мы с радостью, смотрите, сколько она брали. Долларов центов. Вот. А вот. Еще там, еще нет. Три головки взяли. Я сейчас буду заниматься, хочу заморозить на зиму. Это очень недорого по нашим ценам. Кто любит брокколи, пишите в комментариях. Потому что за $1.5 мы 3 килограмма взяли. Купилась на развес сметаны. Мне понравилась эта развесная сметана. Раньше как-то не покупала, а сейчас и творога развеснула, ну, полкило. Ну вот, ребятки, на этом все. Кому понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Детки уехали. Ну ничего, приедут еще или мы поедем когда-нибудь. На улице очень тепло, мы их провели, посадили на автобус. В общем, всем до свидания.